Из-за постоянных нерешаемых проблем накануне открытия сезона из симфонического оркестра республики уходят лучшие музыканты. Терпение и энтузиазм главного дирижера и его коллег иссякли. Оркестр никогда не скажет «нет, мы не хотим». Нет, мы хотим участвовать в жизни республики, мы участвуем, даем много концертов. Вот, но с задержками зарплаты пора кончать. Это уже надоело всем. Понимаете, люди озлоблены, люди уезжают. И вот я только что потерял своего музыканта, первого алтарниста, вот только что, буквально несколько дней назад. Я получил бумагу, он увольняется по собственному желанию. Это большая потеря для оркестра. Причина простая, не жилья, нечем кормить детей. Все, вопросов нет. Что я могу сделать? Ничего не могу сделать. Понимаете, оркестр уже лишился музыканта, он потерял уже в своем качестве, уже потерял определенную величину. Сам Олег Юрьевич в ближайшие дни отправится в Сочи, где начнет репетицию с местным оркестром. А открывать сезон будет московский дирижер Виталий Катаев. Этот человек, этот музыкант, частый гость у нас, и он большую пользу оркестру приносит, поэтому он будет приезжать, наверное, каждый сезон, мы будем с ним общаться. Ну, вы к нам вернитесь еще? Ну, а куда я денусь?